Теперь 53-й маршрут соединяет автостанцию «Аврора» и площадь Революции. Раньше из пункта А в пункт Б добраться без пересадок напрямую было затруднительно. Только на трамваях, да и те ходили нечасто. Теперь отсюда, с улицы Революционной, к примеру, доехать до центра города можно без проблем. Валерий Смирнов рассказывает, каждый день ездит на работу от автостанции «Аврора» до площади Куйбышева. И сегодня, впервые проехав по новому 53-му маршруту, сразу заметил экономию во времени. В принципе, удобно. Он идет практически по трамвайной линии, ну, за исключением вот здесь вот петли делают. А до вокзала практически по трамваю идет. Раньше я ездил, так сказать, до вокзала, а там с пересадками, значит, тоже так же. Либо на трамвае до площади Куйбышева, а там минут 5 пешком не доработано. По новому маршруту 53-й автобус ходит с 1 ноября. Теперь от остановки на железнодорожном вокзале, которая раньше была конечной, он идет по Красноармейской, Галактионовской и Венцека. Интервал движения 13 минут с 6 утра и до 8 вечера. Часто случались дорожно-транспортные происшествия легкового автотранспорта, ввиду чего трамваи стояли и люди не могли добраться. Поэтому вот на основании обращений нами была разработана новая схема. Мы ее согласовали с территориальными органами местного самоуправления, с районными властями, с представителями жителей этих районов. Я не знаю, кому там низкий поклон за то, что вот именно маршрут этот сделали. Что мы можем теперь вот до рынка доехать и до «Авроры». Я села на Троицком рынке. Вот. То есть мне как бы удобно, мне до «Авроры» надо. Я думаю, что удобно. Удобнее маршрут. Теперь очень удобно, мы так сейчас стали добираться на этом маршруте. Жители радуются. Обновленный 53-й маршрут пришелся особенно, кстати, к осенним холодам. Теперь не придется подолгу мерзнуть на остановках. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, «События».